Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать о балансире фирмы Кусама. Это также финские, как и Рапала, но немного другая фирма. Вот. Ценовая политика у них практически идентична, то есть там разница, если есть, то не намного они отличаются друг от друга. Вот. Качество покраски, так же как и у Рапала, весьма и весьма на высоте. То есть прокрашиваться. А вот это не просто балансир, это как раз светящееся, как написано было на коробочке. Пробовать заряжать их светом я не стал, но то, что они ловят, это действительно так. Рыба на них попадается, и попадается здорово, особенно окунь. Любит он его. Почему, не знаю, но понравилась ему именно вот эта расцветка на одних и на одном из озер, которые я довольно-таки часто посещаю. Вот. И купил вот этого малыша попробовать. На него, к сожалению, я пока еще ничего не поймал. То есть он у меня остался пока не спробованный. Вот. Сейчас я вам покажу дома в домашних условиях примерную игру. Различия для себя между Рапалой и Кусамой я, наверное, единственное, что увидел, то что у Рапала она менее резвая, чем Кусама. В принципе, при таких же взмахах удилищем, проводком гораздо агрессивнее у него. Вот. Более интересно. Хотя шарище такая, он с стороны в сторону более бодро бегает. И я так думаю, этим и заинтересует хищника, в том числе окуня. Щуку я на него еще не ловил, но окунёк на него попадался. Вот. Разницы между двумя этими брендами я, в принципе, не заметил. Но то, что ловят обе, ловят и одна, и вторая фирма. Те, кто будет брать, единственное, надо выбрать расцветку по те условия, по те места, где кто ловить будет. В принципе, все. Всем удачных рыбалок, хвостань чешуи.